Привет, с вами Арфис. И сегодня я вам расскажу и покажу, как спасти свой мир в Террарии от хард-мода. Хард-мод — это, во-первых, опасные мобы, которые будут вас поджидать в любом уголку мира. Они сильнее, чем предыдущие мобы. После достижения хард-мода будет еще одна проблема — это порча и багряница. Порча может просто искоренить из вашего мира несколько биомов, например, джунгли. Но в хард-моде не бывает только плохое, потому что если вы активируете хард-мод, у вас появятся новые ресурсы и новые боссы. Это, в принципе, хорошо. Ну и главное, зачем же остерегаться хард-мода? Вообще-то, хардмод добавляет такую штуку, как смерть. Если вы хоть раз умрете, то ваш мир просто-напросто пропадет. Это как в реальной жизни. Вы умираете, все пропадает. Вот же мы сюда все собрались. Ради того, чтобы спасти мир от хардмода. Я придумал, как это сделать. Вот я очень долго играл за этого персонажа, за Лола. Заходим. И вот у меня тут есть много этих, и я играл всегда на дружелюбный плюмбус темноты. Тут я нафармил все. Теперь я могу победить стену плоти, после которой включается хард-мод. Но я создал новый мир. Вот, шахты. Теперь заходим в шахты. И тут вообще-то уже все просто, наверное, все поняли, что нужно сделать. Просто зайти, докопаться до ада, выкинуть в лаву куклу Вуду, нашего NPC этого, нашего гида, которая выпадает из какого-то демона, который прям держит в лапах эту куклу Вуду. Ну, в принципе, ничего тяжелого я тут не вижу. Вот выбить эту куклу Вуду. Чтобы получить такую броню адскую, всего лишь нужно выпить зелье обсидиановой кожи, пойти поплавать в лаве и найти чуть-чуть адского камня. Скомбинировать с обсидианом в адской печи, которая находится в данжах только. Ну и вы получите такую броню крутую. И тут убиваем его, и хардкор делается тут, не в том мире. То есть тут вы фармите кристаллы, там всякие. И добываете все, что нужно, все ресурсы, для которых это и делается. И вы сможете даже убивать боссов в своем мире и получать броню покруче этой, намного круче, и все, что надо. И при этом ваш мир, в котором вы играете в основном, который вы не хотите потерять, все в нем остается так же. В этом мире вы можете добывать ресурсы, а в том все делать, что захотите. А сейчас я пойду убивать стену плоти. На этом видео люди не подготовились, не сделали хорошую броню. Они построили мостик с одной стороны ада на другую. Это, кстати, важно. И 20 человек просто проиграли. Хоть это было бы очень тяжело проиграть боссу с 20 человеками. Ну, что я могу сказать? Нужно сделать хорошую броню, подготовиться перед тем, как убивать босса.
и все рассчитать, чтобы в будущем у вас не было проблем с порчей, с монстрами, с деньгами, со всем, что только можно. Потому что самое главное в игре — это подготовка. Очень тщательная подготовка. Ну что ж, пока-пока.